хочется сказать, добрый, мирный, еще один добрый, мирный день в Одессе. Хочу вас проинформировать за прошедшие сутки, что было сделано, над чем мы работали. Первое, с чего хотел бы начать, что мы совместно с военной администрацией региона работаем по совершенствованию обороны нашего города. Вчера мы посетили логистический центр, в котором посмотрели распределение гуманитарных грузов, которые поступают в Одессу. Поступают грузы, и огромное спасибо тем, кто нас поддерживает, а поддерживает нас сегодня весь мир. Поступают гуманитарные грузы, продукты питания, медикаменты. Просмотрели логистику для формирования запасов, для формирования стратегических запасов региона. После этого мы провели совместно с военной администрацией, с Марченко Максимом Михайловичем, провели встречу с моими заместителями, заместители городского головы, извините, что так говорю, провели встречу, где обсудили обстановку за прошедшие уже более 20 суток войны в Украине. Он проинформировал нас, какая обстановка на фронте. Мы, в свою очередь, рассказали, чем занимается городская власть, что мы делаем, какие сегодня вопросы необходимо скоординировать при участии военной администрации. Это была конструктивная встреча, конструктивное совещание.